Приветствую вас, друзья. Моя трансляция уже идет. Немножко будет задержка, но ничего страшного. Сейчас я вам буду рассказывать и показывать про сервис, который приносит мне подписчиков и приносит мне доход и также еще развивает мой бизнес. Смотрите, сначала покажу вам свою страницу. Так, вот здесь я буду читать ваши комментарии. Так, вот моя страница. Обратите внимание, сколько у меня подписчиков на моей странице. Много у меня вкладок открыто. Как вообще меня слышно? Напишите. Семь человек смотрят. Вот здесь напишите, как меня слышно, потому что идет задержка. Вот смотрите, у меня 10к подписчиков. Вчера стало. Первая буковка К, поэтому я не могла вам не похвалиться. Помимо 10 тысяч подписчиков, у меня 5344 друга, которые видят мои посты, видят мои истории, видят мои трансляции, приходят на трансляцию. То есть страница раскрученная. Я вам сейчас буду показывать, что я в сервисе ВК на миллион получаю своих подписчиков на страницу ВК, получаю деньги, получаю репосты моей ссылки. Вот здесь вот смотрите, мою ссылочку на проект «Всем миром», которым я занимаюсь, 2013 года, просмотрели 285 человек. Здесь я продвигаю свой бизнес. Здесь у меня стоит картинка, репосты делают люди. Здесь у меня стоит кликабельная ссылочка. Я еще и зарабатываю деньги. Подписчиков у меня достаточно много. Партнеры на меня постоянно подписываются. Кто-то активирует аккаунт. Аккаунт активировать стоит всего-навсего 100 рублей. И шахматный маркетинг. Здесь каждый третий ваш участник уходит вашему вышестоящему спонсору. Но также и вам будет от ваших партнеров каждый третий приходить к вам. Кто не активирован, вот вы можете нажать ВКонтакте и голосовое сообщение отправить. Экономьте время, общайтесь голосом. Спросите, почему вы не активировали аккаунт. 100 рублей есть у каждого. Ну, кто активирован, мы с тем связываемся в чате. Даем им рекламные материалы. Вот у нас есть свой чат ВК на миллион. За 4-5 дней здесь уже 48 человек, потому что деньги идут абсолютно у каждого. Вот люди, он оплатил. Вот люди получают по 100 рублей так вот много-много раз. Вот у Елены 100 рублей пришло. Еще 100 рублей пришло кому-то. И так далее и тому подобное. То есть сразу вы убиваете трех зайцев. Это вы получаете подписчиков к себе на страницу. Получаете по 100 рублей и много-много раз. И вы получаете еще ваши репосты, на вас подписываются. Маркетинг-план вы можете посмотреть вот здесь. Шахматный маркетинг. И у вас будет своя партнерская ссылочка. Вы можете вести трансляции, вы можете в YouTube вести трансляции, где-то продвигать эту ссылку и получать по 100 рублей на свой Payeer-кошелек. Деньги минуют проект, приходят сразу на Payeer-кошелек. Вот смотрите, 10 января пришло 100 рублей. Неужели плохо? Еще 10 января пришло 100 рублей. Ночью мне пришло 100 рублей, пока я спала. Еще 100 рублей пришло. 7 января 100 рублей, 100 рублей. И так каждый день мне идут по 100 рублей. Поэтому на 100 рублей пригласить человека очень-очень просто.
Трансляция будет у меня опубликована в Ютубе. Ссылка также будет у меня в Ютубе. Следите за моими историями, я вам покажу в Ютубе, где у меня будет опубликована эта видеозапись. Вот мой канал YouTube. У меня там есть плейлист. Ссылки ВКонтакте я не ставлю. Зачем мне нужен бан страницы? Тем более они ВКонтакте не проходят. Ну, кто-то их как-то пытается сокращать. А я гоню трафик на свой канал YouTube. Мой канал закреплен у меня вот здесь в шапке. Вот, можете переходить на мой канал. Вот у меня плейлисты. Подпишитесь обязательно на мой канал и нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих вебинаров и всех моих новинок. Сейчас откроется плейлист. Вижу смайлик какой-то с большими глазами. Вот мой плейлист «Получи подписчиков и заработай 5 видео».